Алло. Алло, Тайфура, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Ростов, United Business Finance. Как настроение ваше? Вы кто вообще? Я же представился. Меня зовут Александр, ЮФЛ. Общались с вами перед Новым годом. Вот, договаривались о звоночке после Нового года. Вот, ну, уточните. На нас троллены, уже а то мне какой-то вопрос, как настроение, меня пугает. Честно скажу. Я не помню, я не помню. Вы сначала представились, кто, что вы хотите. Представился. Александр Корсов, компания United Asset Finance Limited. Это я уже понял. Проходили у нас регистрацию по торговле на бирже, на финансовых рынках интересовались. Вот, звоню вам уточнить. Настроились, либо вы чем-то не разобрались еще, потому что... Я даже не настраивался и не разбирался, поэтому... А почему вы не оставились, не разбирались? Ну, потому что как-то это все прошло мимо. Ну, прошло мимо, потому что вы не начали сотрудничать с нами. Конечно, прошло мимо. А в чем заключается сотрудничество-то с вами? В чем оно заключается? Ну, сотрудничество заключается в том, что мы с вами торгуем на бирже, на финансовых рынках. Купили дешевле, продали дороже, заработали на разнице. Вы получили свою прибыль, мы получили свой процент. Вот именно со мной, да? Не только с вами, а еще и с сотнями других клиентов. А, понятно. И что это, как это надо, вот, к чему вы меня вообще склоняете? Что, куда ты должен, на работу меня приглашаете или нет, что? Я вас ни к чему, во-первых, не склоняю, во-вторых, для того, чтобы с нами сотрудничать, вам открывается исконный счет, устанавливается программное обеспечение. Вы связываетесь с экспертом, который дает вам торговые сигналы, когда какие сделки открывать, какие закрывать. Вы это все делаете, мы с вами на этом зарабатываем, на этой информации, которую предоставляет наша компания. Вы зарабатываете свою сумму, мы получаем 10% от вашей чистой прибыли. Как считаете, справедливо? Непонятно. Ну, что конкретно непонятно? На каких рынках? Это могут быть акции, это может быть валюта, может быть криптовалюта. Вот сейчас видели курс биткоина в последнее время? Нет. К примеру. Нет. Не слежу за этим. Да, вот, например, в октябре курс биткоина составлял 11 тысяч долларов за монету. 8 числа, 8 января 2021 года, он поднялся до 42 тысяч. Потом произошла корректировка до 31, и сейчас он опять поднялся до 38 тысяч. Соответственно, за последние 3 дня рост составил 35%. А что такое корректировка? Ну, это когда очень много поступает денег в эту валюту, потом происходит коррекция. То есть, он... Если денег много поступает в валюту, то, соответственно, она растет. Корректировка, по-моему, это тут ни при чем. Как это ни при чем? Так, поступление денег – это и есть фактически рост, влияет поступление денег в данную, допустим, не криптовалюту, а акцию, спрос. На рост влияет спрос. Естественно, спрос, новости, ситуация на рынке, конечно. На криптовалюту влияет ее тоже спрос, это во-первых. Так вот, а корректировка что такое? Хорошо, объясню вам по-другому. Вот курс биткоина поднялся 8 числа до... Объясню вам по-другому. Вы выучили два слова. Рост, падение, корректировка. И все. Я сейчас не пойму. Я тоже не пойму такого бреда. Давайте вы в криптовалюте, вы не разбираетесь. Расскажите мне про что.